Дорогие друзья, больше 100 раз произносил я в уходящем году эту фразу и с удовольствием произношу ее вновь. Дорогие друзья, с наступающим Новым годом! В этом году мы появились в медийном пространстве, подружились с вами и, надеюсь, радовали вас своими сюжетами. Мы – это главный режиссер нашего канала Максим Алешинский, главный консультант, академик живописи Дмитрий Шмарин, литературный критик Игорь Карлов и я, поэт Юрий Стиволин. Сердечное спасибо за вашу неизменную поддержку, за ваши просмотры и комментарии. Надеюсь, мы были вам полезны и будем полезны в новом году. Счастья вам, дорогие друзья, здоровья, новых творческих свершений. И дай вам Бог всего-всего. С Новым годом, с новым счастьем, дорогие друзья!